Вот сегодня 26 октября. Такое солнышко прекрасное. Ну, правда, и ледок тут. Ну, брат тут направляет пилу. Помогать кому-то надо. Вот как-то бы надо обдумать этот вопрос, к фаурам поехать, если будут здесь. Она упала вчера, разбилась, ужасно как. Вот. Ну и вот тоже это не 40 лет. Как-то бы это вот обдумать надо. Вот. А тут пьют у меня голуби. Я им семечек тут подсыпаю. Льгота небольшая такая. Гули, 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 гули. Гули, гули. Я вот тут бросаю. Гули мою, гули. Ну-ка. Гуленьки, скорее идите. Идите скорее. Гули, 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 гули. Маленько отойти надо. Гули, гули, гули. Это тазик с водой. Ой, ой, ой. Гули, гули, гули. Гуленький. Вот этот дикарь, он, у него, видишь, окольцован тряпочкой. Никак она не может разродиться у него. Яйца не несет. А белые снесли. Я под нее подложил, так она близко кого не подпускает. То ли она одна сидит, то ли вдвоем. Ой, какие вы у меня умницы. Вот они где. Сейчас нет таких. Раньше было у меня тут на руки садились, на плечо я иду, они садятся. Время нет заниматься. Вот они где у меня. Ну, мало ли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, а что и белых, и два, называю, черные. Они не черные, видишь, какие дикари. Но хорошие дикари. Как только дикарей запустил, ну, должна быть примерно в три раза меньше можно даже. Это кормить все же надо. И так, вертлячка, исчезла болезнь. Здоровым дую. Теле здоровый дух. Вот она где, в воду. Вода там есть, маленько долить бы доверху, они опрокидываются. Там у наших нету под окном. Вот они где. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Да можешь подойти. Подойди, на, подлей доверху. Это здорово. О, брат Владимир тут сейчас. Застыло. Вот так. И у нас там Потеряевки-то мы наверх-то подняли там полтонны воды. 50, наверное, что ли, этих вот таких банок 5-литровых. Чтобы кто там ухаживает. Ему не доставать. Все. А ведра-то там нету в ведре у них? Вон они какие у меня голуби. Голуби. Ну ладно, все. Нет, назад, верни назад, я не буду.